двигаемся дальше. Мы закончили с ориентирами, закончили с фигурами и дальше переходим к очень мощному ориентиру концепции. Очень много фишек у меня построено на концепциях. Я обожаю этот ориентир. Что такое концепции? Концепция — это когда мы берем какую-то фигуру, какое-то движение или какую-то идею и ее зацикливаем, делаем в разных движениях. То есть, например, мы уже это пробовали, мы придумывали заход на фриз с помощью фигуры. То есть мы брали какую-то фигуру, что-то делали в этой фигуре, вставали на фриз. Это была как раз концепция. То есть мы использовали фигуру в заходе и потом сделали фриз с этой фигуры. Здесь все ясно. Дальше. Движение. То есть мы берем какое-то движение. Допустим, я взял футворк. Вот это движение. И думаю, что я могу еще сделать с этим движением. И, допустим, лично я пришел к такой штуке. Как пример. И третье, самое интересное, это когда мы зацикливаем какую-то идею. Самая базовая идея, которую многие дают там с одной рукой, с одной ногой. Какую идею постоянно использую я, когда строю свой танец? Менять направление. Каждый шаг менять направление. Пам, пам. Каждый шаг. И когда я строю свои движения и думаю о следующем шаге, 50% возможных движений, они отсекаются, потому что я уже знаю, что мне нужно сделать движение в том направлении. И это очень сильно мне помогает, и лично я очень люблю такой стиль. Как получилось лично у меня, я танцую футворк в одну сторону, повернул в другую, постоянно это связываю, получается в разные стороны, я с этого кайфую и придумываю все в разные стороны. Пример. Я сейчас не буду делать какие-то заученные штуки, я буду придумывать это здесь и сейчас. Каждый раз меняю направление. Домашнее задание. Твоя цель – придумать какую-то свою идею, которую ты будешь использовать в выходе, концепцию, и попробовать мою идею, сделать выход, постоянно разворачивая голову. То есть вот так, все время смотреть в сторону. И я уверен, что вот это упражнение, оно позволит тебе создавать какие-то интересные фигуры, то есть о чем мы говорили раньше, разворачивать корпус, и получится что-то необычное. Давай попробуем, посмотрим. Удачи!